Всем привет! Приветствуем вас сегодня почти с середины Балтийского моря. Вот так будем идти и дойдем до Швеции. Здравствуйте! Чем дальше идешь, тем мельче. Сейчас до Буя дойдем. Да. Там вообще по колено. Поворачиваемся. Действительно, в этом месте очень-очень мелко. Вот он, буй. А за буй заплывать нельзя. Можно только идти за буй. Сегодня наше видео из места, которое называется Геруляй, пляж в черте города. Парковочных мест нет. Можно идти смело. Дорога перекрыта. Никто не поедет. Идем прямо по дороге. Чтобы поставить здесь машину, мы проехали весь Геруляй два раза. И на горке были, и под горкой были, и на пляже инвалидов, во вторых мельнорогах были. Все-все занято, абсолютно. Вот он сел, встал на самокат и поехал проверять места. А мест нет. Раньше ставили машины вот здесь, на этой желтой полосе. Сейчас здесь ставить нельзя. Поэтому мест уменьшилось. Смотри, есть одно место, есть. Да-да, сейчас будет одно место. Девочка уедет куда-куда. И заедет одна машина. Здесь желтая зона. 30 минут. Вроде бы стоит 30 центов. В общем, 1 час 1 евро. Обдираловка. Температура воды 20, а воздуха 22. Воздуха на самом деле немножко больше, каких 26-27. Эта температура была с утра. В Геруляй людей не очень много, но что творится вот там, на пляже инвалидов, людей как селедок в бочке. А здесь довольно-таки нормально. Здесь сразу 30 метров, написано, купаться запрещено, потому что ямы. Значит, будем немного уходить от ям в сторону. А здесь написано яма, тоже купаться нельзя, значит, надо идти дальше, поэтому и людей мало. Песочек такой вперемешку с камушками. Как-то раньше я не помню, чтобы здесь были вот эти камни. Вымыло, наверное. Весной же было очень много дождей, ветров, ураганов. И вот откуда-то появились вот такие камни. Очень хороший массаж. Массаж, только идти невозможно. Давай, покажи, как массаж. О! Я вообще идти не могу. Ой-ой-ой. Вот что значит городские люди. Боимся ходить. Кафешка есть. На сваях стоит. Надо посмотреть, какая вода. Холодная, горячая. Ну, то, что горячая, я сомневаюсь. Ой, проваливаешься как сразу. 20 градусов, наверное, есть. Не больше. Нет, нет. Здесь активная зона отдыха. Можно поиграть в волейбол. Сразу 4 площадки. Ничего себе. Наверное, пользуется спросом, если столько много сделали. И вот здесь поглубже, а там подальше люди ходят. Совсем не глубоко. Даже по пояс нет. Волн сегодня практически нет. Было написано, что 0 баллов, полный штиль. Люди некоторые с палатками, прячут детей от солнца. Сейчас 12 часов, самое активное солнце. Городской пляж Геруляй заканчивается пляжем нудистов. Уже за пляжем нудистов начинается дикий пляж. Там спасателей нет. А это пока еще Геруляйский пляж.
общий. В черте города есть пляж нудистов, женский пляж и общий пляж. Вот и все. За ее защиты от солнечных лучей необходимо носить головной убор. Предпринимайте своими детьми. Не оставляйте их одних у воды. Не оставляйте без присмотра свои личные вещи. На пляже категорически запрещено заплывать с собой книг, купаться на надувных матрасах, вода, видите, какая зеленая. Виктор говорит, она или уже цветет, или вот-вот зацветет. Вообще непрозрачная, но, по крайней мере, хотя бы нет водорослей. Маленькую? Плавают, плавают. Я видела вот таких маленьких игл. Ты что, ловить ее собрался? Я боюсь. Они на людей нападают? А, маленькая. Я думала, большая. У нее же клюв вот такой. Крохотных я тоже видела. Вода теплая. Очень находиться комфортно. Выходить не хочется. Родители, которые уже собрались домой, детей выгнать не могут. Они просят, давайте еще побудем. Вот они плавают, рыбки. Еще чуть-чуть побудем. Действительно, все соскучились по теплому лету. Конец июля. Теплая погода была только одну неделю. И вот сегодня второй день. Песок здесь довольно-таки крупный. На Курской косе, в Ниде, в Смельтине был как пыль. Смотри, бриллиант нашел. Да, точно, бриллиант. Он называется Сваровский. Еще один бриллиант. Ну что, полежали, теперь можно и поесть. А потом как там? Поспать. Поели, а теперь можно поспать. Чем люди, собственно, и занимаются на пляже. Дети играют, носят водичку с моря. Всю не перенесешь, нет-нет. А взрослые работают челюстями. Смелый, однако, ребенок, который с мамой, маленький, ему года 2, но может 3, он не боится нырять. Она ему говорит, прыгай. И он прыгает бесстрашно. У него маска есть. У него очки. Пошел и плывет, представляете? А здесь мама с бабушкой не хотят купаться, только лежат. Но девочка их омывает водой, и брата еще. Носит, вот носит воду, льет, льет. Зато у нее есть занятия. Родители могут спокойно лежать. Побежала опять. Труженица. В огород вот такую, она бы все полила. Да, девочку можно брать в огород или на ферму работать. Так. Кого сейчас будет поливать? Мама? Свои руки помыла. О, чистюля какая, молодец. Лейку помоет. Маловато будет. Так, еще. Заодно сама искупалась. А с этой стороны проходит турнир по волейболу 2-2. Не знаю, силы равные или нет. Здесь два парня, а там парень с девушкой. На песке очень тяжело играть. Прыгать надо, ноги в песке вязнут. Так. Девчонка лучше играет. На то она и девчонка. Девчонки все лучше делают. Напишите, у кого есть старший брат. Он вот так же вас поливал водой. Почему-то бытует мнение, что всегда старшие обижают младших. На самом деле эта девочка первая начала. Она подбежала, у него шапку сорвала и побежала. Ну и все. И началась игра.
Он, конечно, выбрал хорошую позицию в море и ведро. Он говорит, не ломай, это люди сделали. Она взяла, разломала. Ну, сейчас получишь. О, давай. Хова. В порт заходит контейнеровоз, а сзади, метров 100 от него, плывет маленький катер. На этом катере доставляют лоцмана. Тун-турурун. Еще одна басня. Вороне Бог послал кусочек сыра. Огурец, помидор, салат даже ворона притащила. А это нектарин. Я себе взяла сегодня лимонад яблочный, 100% натуральный. А Виктор себе не изменяет. Он взял алус и намус. И здесь такие бутерброды сделала. Правда, они были горячие. И пока мы ехали, они такие скукожились. Это с яйцом, а это с вегетарианским мясом. Вот так выглядит вегетарианское мясо. Рядом сидят соседи в палатке. Точат вареные яйца, а у нас жареное. Где ты такую шапочку урвала? Как мужчина вкусно зевает, так... Эту шапочку мы привезли с Канарских островов. И купальник оттуда? И купальник оттуда. Красивый какой. А этот лимонад, знаете откуда? Если уже хвастаться, то хвастаться до конца. Не могу открыть. Сейчас будет шампанское. А этот лимонад из Бельгии. Нам привезли подарок из Африки. Из Бельгии. Из столицы Евросоюза. Вкусно, однако. Эпфель. Только у них Apple написано. Apple. Некоторым людям не нравится, что спасатели на русском языке говорят. Не заходите в море. Можно говорить на немецком. Nicht rauchen! Nicht rauchen! Хоть бы предупредил. Я бы не пила. На немецком языке мы все понимаем. Nicht rauchen! Но если уже говорить по-немецки, тогда я тебе тоже скажу. Nicht trinken. Nicht trinken. А ты drinken. Nicht. Bier. Nicht. Спасатели вдоль берега плывут, чтобы люди за буи не заплывали. Этот сок нам привезли в 2021 году из Бельгии. Виктор говорит, посмотри, натуральный сок, как долго может лежать до 2023 года. Где-то 2-2,5 года. 100% сок. Да смотри, это не пол-литра, это пинта, наверное. А пинта? Да, это пинта, она чуть больше. А где тут написано пинта? Вот, 586, да. А у пинты какой срок годности? Сейчас посмотрим. Сделано в апреле этого года и действительно до срок годности до декабря. Но это еще по-божески полгода. А в магазине обращала внимание на детское питание. Знаете, такие маленькие баночки, которые стоят даже без холодильника. Ну, там всякие овощное пюре с мясом или просто овощное пюре. Так у него тоже без холодильника срок годности 2-3 года. Как вот такой натуральный продукт может держаться? Ну ладно, еще этот сок, но детям... А помнишь, раньше были кухни специальные для детей? Да, раньше были специальные кухни, где приходишь, молочная такая кухня, берешь там творожок, кефирчик на один день, на два. Первый раз встречаем, чтобы полицейские ехали по берегу моря. В Паланге это обычное явление, а в Клайпеде первый раз. В шлемах. Ну и как они тут проедут?
У нас так яма вырыта. Дети вырыли яму. Ну, давайте. Воду, воду. Как тебе твой сок из Европарламента? Вкусный. Из самой столицы, из Брюсселя. Вкусный. А кто тебе прислал? Я что-то вспомнил. Уж Пятра. Так Пятра сговорил не пиво пить и не сок, а кушать цепелины. Цепелины из Пергучи еще. Целыми вагонами будут в Европу везти цепелины из Пергучи. А я, между прочим, себя вижу. У тебя в очках целых две тины. Тина и токсина. Уходим с пляжа. Заедем еще в сам поселок, в Геруляй. Покажем, что здесь есть интересного. Смотри, какое здание построили большое на свае. Да-да, это барчик. Классно сидишь так и смотришь на море. Раньше не было такой резкой границы между песком и камушками. А вот здесь уже песочек мелкий-мелкий. Сейчас можно мыть только 4 места. Вот раз, два, три, 4. Его тут надо закрыть. Есть обзорная площадка. На нее можно подняться и сидеть, любоваться морем. Видишь, какой домик классный, это как сани цепляешь, и по льду можно в Швецию зимой оттащить его. Это сегодня рабочий день. На площадке мест не было. А что же будет в выходной, если будет такая же погода? Поедем на велосипеде. Или пойдем пешком. После работы, я представляю, еще одна волна отдыхающих нагрянет, но мест по-прежнему нет. Ну что, поднимемся на горочку? Давай, давай, на пету дави! Сейчас направо будет кемпинг. Очень хороший кемпинг. Кто приезжает с машиной, с кемпером, с палаткой. Превосходное место. Можем заехать показать. И здесь есть какая-то школа и садик. Называется «Школа в лесу». Наверное, летом туда детей сдают, в эту школу в лесу. Допустим, если машину нельзя поставить около моря, можно приехать сюда. Но здесь тоже платно, но все равно, наверное, место будет. Такие домики. И дальше можно заезжать с машиной, с палаткой. Администрация есть, расценки все. Мы сегодня ночевать здесь будем? Ты едешь так уверенно туда. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Вот, видите, душ есть, электричество, туалет, костер можно разжигать. Здесь классная дорога, между деревьями сделана. Ага. И все пронумеровано. Я уже хочу в кемпинг. Да? Ой, сколько палаток много! Вода питьевая. Как классно, действительно. Наверное, здесь какой-то лагерь для детей в палатках. Магазинов здесь нет. Раньше был какой-то киоск вот здесь, сейчас ничего нет. Если едете, все везите с города. На море есть только пару кафешек и все. Ходит городской автобус. 4-й и 4-й А. Когда-то раньше там были пионерские лагеря, какие-то дома отдыха. Сейчас все это выкуплено. Здесь еще ничего не сделали, но будут виллы. А вообще здесь самое дорогое жилье.
у нас в Клайпеде. Строят красивые шикарные дома, коттеджи, виллы. Что-то реставрируют в таком же виде, как оно и раньше было. Вот как это деревянное. Это новое все. Ай, новое? Ну, старое, но новое. Так старое или новое? Давно построено, но новострой. Раньше здесь было кафе, мы ходили сюда, кушали курятинку очень вкусную по выходным. А это телевизионная вышка, с которой транслируют различные передачи. Вот здесь конечная остановка 4-го автобуса. Также здесь железнодорожная вот эта вот станция, именно вот это здание, железнодорожная станция. И все, автобус разворачивается, и едем обратно в город. Видишь, сделали шумовую завесу, чтобы не было шума от поездов. Вот, как ты и хотел, мужчина на велосипеде. А чего он не едет по велосипедной дорожке? Ну вот мне иногда непонятно, почему мужчины, ну не только мужчины, женщины, есть же велосипедная дорожка, на самом деле можно ехать, нет, они будут мешаться по дороге. Вот такие красивые виллы построили, коттеджи еще строят. Также здесь есть детский садик, он круглосуточный, вот там вот в лесу, с давних времен, и так до сих пор и находится детский садик. Площадки вообще здесь есть. Просто очень большой наплыв людей. Ходят также и маршрутки. Вот люди сидят, ждут 4 А и 24 автобус. А здесь моя первая стройка. Поворачиваем направо. Вот, это моя первая стройка. Где? Там, в лесу. Я не, даже не... Не это, это был пионерский лагерь тоже. Вот здесь будет пионерский лагерь, а твою стройку, да-да, там в лесу. Насосная? Да, там... Насосная станция канализации. Как ты там в прошлом видео говорил? Кто живет в Геруляй, не забудьте мне сказать спасибо, потому что у вас есть вода. И канализация. И канализация. Вот здесь еще один детский сад. А сюда я ходил, тут был телефон, можно было позвонить. Вот здесь находится велосипедная дорожка. По дороге ехать не надо. Здесь раньше был какой-то детский дом. Туберкулезный был детский диспансер. А мне кажется, здесь был детский дом. Вот мы всегда едем, у Виктора своя версия, у меня своя версия. И сейчас будет площадка инвалидного пляжа, вся под завязочку. Есть одно место. Ну, пару мест есть, да. Сейчас вот зато с города посмотри, сколько едет. А это площадка во вторых Мелнраге. Здесь больше всего всегда бывает людей. Накупались, назагорались, супер. Едем домой. Я прямо в пляжном костюме. Когда мы были на Гран-Канария, там все так ходят, не обращают внимания. Кто в чем, кто без ничего идет. Без ничего я не видела. Но кто с кем? Так кто с кем или кто в чем, или без ничего? Там ходят люди отвязанные. О, на этой оптимистической ноте. Смотри, пробка впереди. Да, пробка. Сейчас я вам ее покажу. На этой оптимистической ноте будем заканчивать видосик. Лайкосы ставим. Не забывайте лайкосик. На выходные, скорее всего, поедем. Поедем еще на один курорт, пока не скажу на какой. Поедем, красотка, кататься. Если будет хорошая погода. Вот. Все, приехали, пробка. Все едут с моря, и все, пробка. Бросаем машину, идем пешком. Где? Вот прям здесь. И такое бывает часто. Мы сейчас примерно находимся около моста, который ведет из Мельнраге в город. А бывает такая пробка намного-намного раньше. За 25 минут доехали от моста до этого светофора. Теперь уже точно. Пока-пока.